Сегодня же в рамках инвестиционного форума «Сочи-2017» подписано партнерское соглашение о сотрудничестве между Чувашией и группой компаний БТК. БТК Групп – крупнейшая российская компания в легкой промышленности, специализирующаяся на разработке и производстве высокотехнологичной одежды для различных отраслей бизнеса. Среди партнеров – Аэрофлот, РЖД, Роснефть, Газпром, другие компании и корпорации. Кстати, именно БТК одевает сотрудников и волонтеров ведущих экономических форумов страны. Питерского, Арктического, Сочинского. Нашу республику БТК Групп рассматривает как площадку для возможной организации новых производств. О том, как сделать межбюджетные отношения более совершенными, говорили на заседании секции, в работе которой наряду с федеральными министрами участвовали руководители регионов. Что наиболее эффективно – жесткие бюджетные ограничения или, наоборот, смягчение административного регулирования, расширение полномочий субъектов? Региональная политика – вообще основная тема повестки форума, отметил премьер Дмитрий Медведев на пленарном заседании. И как сообщила нам творческая группа, работающая в Сочи, сегодня же подписано соглашение с Римским телематическим университетом имени Никола Кузана о сотрудничестве.